О, нет, он так быстро из твоей жизни не уйдет. Впереди тебя ждут бессонные ночи, голодание, стрессы, истерики и множество мыслей, которые постоянно будут крутиться в твоей голове. Сначала ты будешь постоянно анализировать ситуацию вашей последней встречи или переписки. Ты будешь постоянно думать, а что, если бы я тогда замолчала? Все же могло быть лучше, по-другому, но нет. Не могло быть. Так надо. Потом ты будешь представлять, как он к тебе возвращается, стоит на коленях, страдает, умоляет вернуться. Ну, что там они еще делают? Потом начнется стадия ненависти, когда ты поймешь, что все-таки ему на тебя все равно, и ты ему не нужна. Будет плохо. Возможно, ты похудеешь, появятся скулы. А потом начнется самое интересное. Стадия равнодушия. Когда ты поймешь, что в принципе-то не все так плохо, как казалось. И потом-то он вернется. Они все возвращаются, когда не нужны.